Для того, чтобы стать по-настоящему привлекательной, недостаточно одной лишь интересной внешности с красивым лицом, глазами и фигурой. Настоящая привлекательность, которая завораживает, интригует и волнует нашу душу, далеко выходит за рамки видимого. Я собрала для вас 5 психологических хитростей, которые сделают тебя более привлекательной и яркой. Пункт номер 1. В основе настоящей привлекательности всегда лежит уверенность в себе. Оставайся уникальной и неповторимой. Уверенные в себе люди завораживают и вызывают интерес у других людей. Самое главное, будь осторожнее, не допускай, чтобы уверенность и доверие к себе превращались в гордость и самолюбование. Пункт номер 2. Будь уникальной и неповторимой. Это твое преимущество. В мире похожих личностей и вкусов сильно выделяется человек, способный сохранить свою уникальную сущность. Очень часто нам кажется, что проявление индивидуальности может привести к социальной изоляции, критике и даже отторжению обществом. Необходимо научиться демонстрировать окружающим свою уникальность, свой неповторимый внутренний мир. Пускай они видят, что ты способна быть счастливой такой, какая ты есть. Именно твои особенности делают твою личность неповторимой и уникальной. Пункт номер 3. Сила языка тела. Привлекательность начинается с нашего взгляда. Необходимо уметь устанавливать с окружающими зрительный контакт. Также рекомендуется внимательно относиться к положению своего тела. Например, скрещенные ноги и руки являются серьезным препятствием, если мы хотим вызвать доверие к себе. Чтобы показать собеседнику свое внутреннее спокойствие, необходимо использовать различные жесты. Не стоит недооценивать силу жестов рук и головы, ну и, конечно же, улыбку. Они демонстрируют твой интерес к собеседнику. Твое тело способно вызывать доверие и создавать близость. Пункт номер 4. Эмпатия в общении. Человек, демонстрирующий близость, умеющий слушать и общаться с эмпатией, постепенно становится более привлекательным в глазах других. Если ты хочешь быть по-настоящему привлекательной, необходимо уметь показывать свою идентичность, иметь искренний интерес к собеседнику и не относиться к нему свысока. Ну и последнее. Найди свою изюминку. Человек, желающий полностью соответствовать общественным нормам, стандартам и вкусам, постепенно растворяется в безликом океане посредственности. В итоге он перестает выделяться. Но, безусловно, наша оригинальность должна гармонировать с нашей внешностью и нашим внутренним «я». Не стоит притворяться, примеряя на себя чужой образ. Это отдалит вас от своей природы и принесет обратный эффект. Только когда мы хорошо узнаем самих себя, мы начинаем понимать, какие именно стороны стоит развивать в себе. В этом вам уж точно поможет мой канал. Проходите разнообразные тесты и узнавайте о себе много интересного. Ну а у меня все. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.